создают ее, но очень много уходит на топливо как раз для кораблей и корабликов. Это тоже одна из проблем, да, окупаемости. Но тем не менее аквакультура, она очень-очень развита. Поэтому, видите, Норвегия вкладывается и в социальную сферу, и в инфраструктуру свою вкладывается. Она вкладывает средства и в развитие сопутствующих отраслей. И интересно, что нефти в Норвегии очень-очень много, и хватит действительно еще там для будущих поколений. И здесь показателен очень один пример. Дело в том, что у нас...